Правильно, смотри, хочу так и пойдем. Хороший маршрут, выбрали. Команды получили маршрутные карты. На них указаны пункты, где участникам предстоит выполнить различные задания. От проверки знаний о Великой Отечественной войне до оказания первой медицинской помощи. Всероссийский военно-патриотический квест стартовал одновременно в 60 городах России. Задания приходят всем участникам по интернету. В Самаре события развернулись в загородном парке. Это интересно, во-первых. Во-вторых, хотелось каких-то новых, ну, как бы весна, все такое, хочется чего-то нового. Как бы устали сидеть в университете, хочется побегать. Все 15 команд настроены на победу. Многие накануне игры проштудировали учебник истории. Мы вообще учимся на историческом факультете, и мы как бы это знаем, поэтому мы освежали, конечно, свои знания. В процессе игры ребята погружаются в события военных лет, а такой молодежный формат дает возможность делать это с удовольствием. Поднимает патриотический дух молодых ребят, которые считаются, что мы все забываем, нет, мы все помним, всех наших героев чтим, и мне кажется, это просто супер формат для как бы молодежи. Победители игры «Три команды» получат главный приз – путевку на уикенд в Москву и Смоленск с экскурсией по местам боевой славы. Марина Матвеевична, Максим Гусев, «События».